10 грудня 1941 року під час операції на північній околиці Княгинівки загинули учасники розвідницької групи. Серед них були герої Радянського Союзу Ніна Гнилицька та Спартак Железний. Майже через 30 років партійний організатор батальйону, де билась Ніна Гнилицька, привів учасників клубу «Подвіг» на місце загибелі героїв. Вирішили встановити там стелу з іменами розвідниці та воєнного комісара. Уже в 60-х годах мы отыскали это место, где был бой, вот где стоит стела, как раз окопчик был такой. Здесь и погибли, по крайней мере, Гнилицкая и Железный. Ну и на месте гибели в 69-м году поставили временный памятный знак из обыкновенного камня, сложили такой постаментик, написали, здесь был бой, отсюда Нина Гнилицкая, Спартак, Железный ушли в бессмертие. А потом в 70-м году, в декабре, уже открывали эту стелу, более серьезная и заметная, и с тех пор как-то вот облагораживали. Еще 10 лет спустя удалось установить имена других ребят, которые принимали участие в этом бою. Все время считалось, что Гнилицкая и Железная, Гнилицкая и Железная. Ну, я подумал, ну, раз были Гнилицкая и Железная, то, наверное, кто-то же еще в бою там был. Давайте найдем эти имена. И вот благодаря газете «Комсомольское знамя», там был парень такой работал, Гена Корж, он организовал группу «Поиск». Бабушки из этой группы из Киева поехали в Москву, в архив, нашли погибших, кто в этом бою погиб. И таким образом эти списки попали к нам. Александр Николаевич Каченко был секретарем горкома «Комсомола», послал письма по адресам погибших. И вот... так случилось, что мы здесь стали собираться и чтить память не только Гнилицкой Железной, но и остальных вот ребят, которые, имена которых написаны здесь на камнях. Разом із Гнилицькою та Железним загинули солдати різних національностей. Тому сповістили не тільки їх родичів, а й земляків. Вони не бачили облич цих воїнів. Вони не були знайомі з їх близькими. І сьогодні вони тут не за наказом. Представники декількох діаспор приїхали сюди за особистим бажанням. Тому що наші предки тут, дідусі, всі наші земляки тут, росіяни, українці. Кавказцы все тут воевали. За это мы согласны. Не согласны, даже мы должны помогать. Представники однієї з діаспор приїздять сюди за цей рік вже втретє. Зі слів Гоги Джемаловича Пачкорія, вони дізнались про загиблих земляків завдяки Олександру Миколаєвичу Ткаченку та Миколі Даниловичу Романову. В цьому місці погибли наші земляки, і грузини, і азербайджанці, і армяни, і абхази є, українці, русські. То есть тогда и сейчас не имеет значения, конечно, национальности. Но мы хотим, чтобы не забывали, чтобы мы передавали нашим детям, что была война, не только по истории читали, а чтобы они видели, где они погибли и как они погибли. Мы искали очень долго. Сначала не знали, где. Поехали на Вахрушево, поехали в сторону музея. Мы не могли найти. Потом уже, в конце до конца, благодаря, опять же, нашему уважаемому другу, нашли мы это место. И вот теперь ребята приехали с Луганска, приехали с Краснолуча. Здесь тоже всех собрали. До Дня Перемоги представники різних діаспор пофарбували стелу, оновили каміння пам'яті та мають посадити квіти. Адже, за їх словами, догляд за цією меморіальною зоною – борг перед героями і земляками. Лариса Литвин, Ігор Мухин, новини, ТРК «Луч».